отмечать Октоберфест. Мне очень нравится наряжаться. О, я забыла фартук. Для того, чтобы у меня моя вакцина была в телефоне. И сейчас я живу в центре. Всем привет, мои хорошие! Сегодня я бы хотела начать влог с такого приятного момента в моей жизни. Сегодня я несу наконец-таки сдавать свой тезис в университет. И я решила вас взять с собой, чтобы, во-первых, прогуляться немножко по Мюнхену, так как я туда еду на метро. Вот сколько я все сама написала. Вчера, когда мне распечатали, я села ее вечером, перечитала, и я с таким приятным чувством сейчас ее несу, потому что я действительно выложилась на все 100. Также, как вы, возможно, заметили, я сделала реснички. Осенью и зиму я обычно их ношу, а весну и летом мои реснички отдыхают, тогда я ношу их натуральными. Я сделала, по-моему, 2D объем и обычный классический изгиб. Мне, в принципе, нравится, как получилось. С моими блондинистыми волосами, это новый худи, вообще так классно. Да, еще у меня вырос новый прыщ, назовем его Монти. Мне в последнее время так люблю Монти, почему-то нравится, так что да. Слава богу, у меня есть ресницы, которые скрашивают моего Монти, поэтому нормально. Я уже собралась, поэтому let's go! Так, я уже подхожу к универу. Так смешно, я когда начинала учить бакалавр в Мюнхене, у меня была квартира в этом районе, в этой части города, а универ у меня был в центре. И сейчас я живу в центре, но у меня универ в этой части города. Такая рокировка получилась. Погода просто прекрасная, сейчас 15 градусов, солнышко такое приятное. Я, естественно, забыла очки. Думаю, ладно, уж с маской, с очками, с наушниками, это иногда так сложно все. Это предпоследний раз, как я сюда иду. Надеюсь, в следующий раз я сюда уже приеду на защиту диссертации на машине. Все-таки мне очень нравится этот район. Он называется Обазендлинг, а сама станция называется Сименсверке. Тут очень много всяких детишек и такие более семейные домики. Такие вот. Их как новостройки повсюду настроили. Обычно здесь живут семьи. При входе к универу у нас еще детский садик на первом этаже, поэтому я сейчас камеру уберу и потом попробую поснимать. Я принесла сейчас копию, и мне сказали, а где вторая? Я такая, вторая? И они сказали, вообще-то тебе две надо принести было. В общем, надо будет еще раз сходить и принести мне вторую копию. Но факт в том, что меня уже зарегистрировали, то, что я все принесла, поэтому можно считать официально. Я закончила с такой большой частью, осталась только защита, которая у меня будет только после Нового года, поэтому... Сейчас я пойду домой, так как мне надо отреактировать видео. И после этого мы идем с моим парнем отмечать день рождения его брата. Так что да, держим путь домой. Underneath the rose of dreams, I will see you where the ocean meets the sky. Under your toes.
сегодня уже следующий день. Я умылась, ходила в супермаркет с своим парнем. Он сейчас уехал играть в футбол. Вечером мы идем с его друзьями отмечать Октоберфест. Сейчас в течение дня я взяла время для себя, пока как раз его нету, чтобы съездить в центр. Я очень давно такого не делала. Мне надо сдать одну посылку с леггинсами. И так как у них можно сдавать эту посылку в магазине, я решила, почему бы не сгонять туда на велосипеде. Мне это, в принципе, минут 15 от меня. Поэтому я уже нанесла SPF. Сейчас я реснички, я всегда их расчесываю по утрам, как и брови, чтобы просто все выглядело хорошо. Я только нанесла SPF чуть-чуть с этим цветом. Хочу поехать опять в своем костюмчике. Мне он так нравится, новый вот этот. Так что? Поехали! Домой я купила блузочку для своего Октоберфест наряда. Я вам покажу попозже. А сейчас, так как у меня уже осталось час, мне надо к 6 быть готовой. Я решила себе быстро такой репамп лица сделать. Обычно, если я куда-то собираюсь вечером, я такое часто делаю, если у меня есть время. Сейчас я наношу эту. Сейчас я наношу эту маску от Kiehl's. И патчи такие сделаю, чтобы глаза посвежее выглядели. Так много людей сейчас. Вот я гуляла по городу, одета в эти октоберфестские наряды. Мне же такое настроение это подняло. Я еще пошла в таком хорошем магазине, купила блузку, потому что до этого у меня блузка была 32 размера. 32 это вообще 3XS, я не знаю, или 2XS. Я не знаю, зачем я такой размер купила. У меня, знаете, раньше такой был за год, чтобы доказать, что я влезаю в это. Я покупала вот такие самые маленькие размеры. И, естественно, как бы, да, я могу влезть в 32, но мне было так некомфортно. Вот я вчера в этой блузке была и прям чувствую, что здесь немножко так давит. Поэтому я решила пойти и выбрать себе хорошую блузку, так как это, ну, такая большая составляющая наряда. В принципе, платье можно одно и то же, а блузки можно менять. Так что да. Больше ничего не купила, я сдала шмотки. А мне в магазине сказали, что только онлайн эта скидка действует, поэтому я сейчас онлайн это все заказала. Ребята, когда придет, я уже все жду сделать хол. Осталось только дождаться эти вещи, и следующий вид будет хол, в конце которого я облюблю трех девочек, которым я хочу отправить пижамки, и я это не забыла. Поэтому оставайтесь со мной. Последний шаг это вот эти патчи. Я их из холодильника достала, они прям такие холодненькие, свеженькие. Оп. Та-да! Ходим такими красивыми 20 минут. И потом мне надо будет в быстром режиме собраться. Я сделаю легкий макияж, так как у меня ресницы нарочные. Мне вообще практически краситься не надо. С ними, конечно, очень удобно, знаете, что не надо смывать. У меня еще всегда, когда я тушь смываю, у меня остается такая линия под глазами, которую я весь день замечаю. И я прям как ни пытаюсь ваткой или ушной палочкой это убрать, это сходит только вот когда душ примешь. Итак, я уже собралась, я шарф убрала с собой, так как мы будем сидеть на улице, возможно, будет прохладно. Пока еще жарко для шарфа, поэтому я надела такую накидочку, вот моя новая рубашечка.
Я такую более классическую выбрала еще украшение. Я у себя нашла какой-то фиолетовый кулон, и он так хорошо подошел. Так что мне очень нравится наряжаться. О, я забыла фартук. Да, все-таки Октоберфест — это такое, знаете, праздничное настроение. И так атмосферу хорошо вот немцы поддерживают. Я не знаю, все, что связано с этой традицией. Иногда у меня вызывает даже мурашки по коже, потому что, ну, когда ты все это видишь, и все да поддерживают, и все поют эти песни, это так, это очень классно. Я всем советую как-нибудь побыть на Октоберфесте. Так, фартук готов. Черная накидка, я хотела от нее избавиться, но она неплохо подошла к наряду. Естественно, свою сумку. Я всегда беру самые маленькие сумки, чтобы просто было удобно. А то я ее там не оставляю, всегда ее на себе ношу. И тут у меня моя новая книга, которая вышла, я ее уже начала читать. Так как меня парень на машине заберет, мы вместе туда поедем, я просто ее в машине эту сумочку оставлю. Там у меня еще такой кашемировый пуловер, если вдруг будет прям вообще холодно. Вот. Я готова. I'm ready. Let go. Everybody's walking toward the dead road. On a place in a foreign world. Tidal waves and broken like a starlet. I am drunk, but I'm made for her. I was made to fall in love with you. I was made to fall. Сегодня уже понедельник, я сейчас сделала вот этот влог, отредактировала ту часть, которую я снимала на выходных. Мы так классно провели воскресенье, с утра мы приехали домой, так как мы оставались на ночь у моего парня. Мы приехали, прогулялись, прибрали немного квартиру, потом я встретилась с девочками, и потом мы пошли поиграли в теннис. Было 25 градусов, такая приятная погода, и такое было красивое небо. Мы играли с 6 до 7, и уже стемнело, когда мы закончили. И вот этот вот момент, когда темнело, было так красиво, так вообще магически. Сегодня мне надо помыть голову. Мы вчера так поздно вернулись, что я не успела этого сделать. Я знала, что все равно я все утро буду дома. Мне надо распечатать вторую копию тезиса, занести ее в универ. И потом у меня на вечер массаж лица. У моей девочки появилось время в 7 вечера. Спонтанно она мне написала, и я такая: отлично, идеально просто. То есть я сдам тезис, зайду в аптеку для того, чтобы у меня моя вакцина была в телефоне, а то я до сих пор с этим желтым паспортом везде хожу. Там нельзя это самому сделать, надо зайти в аптеку, чтобы они проверили, точная ли информация и все такое. И поеду к своему косметологу чуть-чуть пораньше. Я хочу взять где-нибудь кофе рядом, где мой косметолог находится, потому что в 5 закрывается универ, мне надо до 5 туда успеть, и с 5 до 7 у меня будет время, поэтому я подумала. Сижу, почитаю свою книжку, подожду, потом пойду на массаж лица, вернусь домой. И со спокойной душой, что я сдала всю диссертацию, лягу спать. Поэтому да, сейчас я пойду помоюсь и подготовлю себя уже к выходу, так как мне через 2 часа надо выходить. Я решила своих Real Housewives поставить и с ними помыться. Вот что значит настоящий уровень зависимости. Я просто все выходные их не смотрела, хочу хотя бы одну серию посмотреть. И я все равно, знаете, пока лицо сделаю, пока то, пока все, пока маску нанесу, самое оно. О, да. Sometimes when I look in the mirror, I wanna tear off every piece of my skin. I'm looking for a lover, but there ain't nobody here. Searching for a vessel that can sail into the clear. Endless blue and a crew to hold the line. And if you wanna run away, then we got room for you. Never feel ashamed for doing what you wanna do.
doesn't wait to be defined.